Так, друзі, тим, хто до нас доєднався, до нашого бадьорого ранкового ефіру, доброго ранку! Ну і зараз, як ми анонсували на початку нашої програми, я як вам чоловік, от зараз абсолютно серйозно кажу. Концентрація краси в цій студії зараз зашкалює. От дивіться. По-перше, міс Україна-Земля 2017. По-друге, топ-18 найкрасивіших жінок Всесвіту. По-третє, написала книгу «17 викликів землі». Четверте. Діаночка, доброго ранку! Діана Міронко у нас. Доброго ранку! Привіт, привіт! Дуже рада вас сьогодні всіх бачити, зібратися в такому настроєнні, що з утра бодре. Просто огромне спасибо. Клас, нам приємно. У мене одразу питання, як воно бути найгарнішою, найкрасивішою? Давай почнемо з краси зранку. Ну, доброе утро всем еще раз. Красота, это должна, во-первых, внутри. Для меня это всегда было через добрые поступки, через дела, а потом уже через красоту внешнюю. Но спасибо еще раз, что сказали про заслуги красоты и все остальное. Ну, я как человек, я не смог просто этого не сказать. Ну, понимаешь, у меня мало того, что Катя дуже красива, сегодня пришла ты, но тут концентрация краси неймовірна. Все, Маш уже просто не может. Не может просто. Ну, реально не может. Спасибо большое. Розкажи мені, будь ласка, як волонтер з ЮНІСЕФ вирішила стати автором книги? Ну вот оно все оттуда вышло. Мне была мечта в детстве как раз помогать людям. То есть я еще в 14 лет сидела и думала, надо что-то вот, чувствую, что хочу быть волонтером, хочу донести этому миру какую-то полезность. И как-то вот сделать какой-то большой вклад в этом, как бы вот во всем мире. Вот. Ну и, собственно говоря, каждый мой дальнейший путь, включая и конкурс «Мисс Украина», включал в себе именно вот все эти вот дела. Потому что конкурс, которым я победила, был напрямую связан с экологическими проблемами. То есть я приезжала на Филиппины с экологической проблемой, от Украины, и рассказывала, представляла перед всем миром, что вот у нас есть такая Украина, что мы боремся, у нас страна, ну, страна быстро развивается, мы вот хотим на самом деле донести, что Украина заслуживает внимания, и вот перед ООН, конкурс проходил под эгидой ООН, донести всю эту тему. Вот. И так случилось, что на конкурсе познакомилась с влиятельными людьми с ЮНИСЕФ, и, ну и просто потом через год была волонтером в Танзании, и представляла деткам, как раз рассказывала про цели устойчивого развития, ну и потом написала вот такую вот книжку. Касаемо так, и вышел вот такой шедевр. Дуже надзвичайно, я уже продивилася перед интервью, надзвичайно яскраво взагалі оформлення книги, так? Ну, ви можете подивитися. Взагалі, картинки. Це все ваша ідея? Да, ваша у нас ідея. Доповнена реальність. Давайте покажемо, будет, щоб глядачі подивилися. Так, зачекай, доповнена реальність – це як? Вот, вы помните, у нас, по-моему, в прошлом году как раз были в Австралии огромные да, пожары. Да, да. И одна из картинок как раз была такая известная фотография, где девушка помогает... Это по фото было, да, действительно, да. Такое фото. Я бачила, это девчинка рятує кенгуру. Так, это действительно трагедия, яку... Ну, тут говорится про то, что нужно берегти планету, чтобы дети знали змалку про это, так? Да, мы, эта книжка, то есть про цели устойчивого развития, как раз 17 целей, чтобы донести молодому поколению, что такое гендерное неравенство, как сохранять, допустим, водные ресурсы, что такое энергетика, зеленая энергетика. То есть как это важно, на самом деле, в новом обществе прививать детям да, именно вот правильное, грамотное экологическое образование. Вот. Я поняла еще в Африке, когда была, что детям, на самом деле, это безумно классно заходит. Они начинают играть, и начинают с тобой общаться, дают какие-то классные идеи, и это очень сильно мотивирует. Вот честно, я поняла, что детям эта тема очень нравится. Слушай, ты сказала, что дети дают новые идеи. Расскажи про найкрутішу идею, яку подали тобі діти. Была такая история, что, ну, во-первых, мы очень много там проводили с детками в Украине, тоже подобную там лекцию мы проводили, приходили с ними, игрались. Какие-то дети придумали огромный механизм, который будет как раз поливать земли. Класс. Другая девочка придумала, что, допустим, да, там можно придумать тоже какой-то механизм и собирать со дна, допустим, разные там... Ну, это все понятно, фантазии, но там разный мусор Але собирать. Но главное, что направление думок, то есть они уже думают про то, как сделать планету краще. Да, это очень круто, это очень круто, потому что, ну вот, ну, следующее наше поколение детей как раз должно правильно понимать, что это такое. Вот. И плюс гендерное неравенство сейчас очень, ну, на самом деле очень важно. Это дать детям почувствовать, что как оно есть. То есть, что такое, то есть, ну, как надо правильно... А как правильно пояснить детям, вот, что такое гендерная неравенность? Так детям, когда еще, ну, а так, у нас психика... как раз есть классная это сказка. Это же потребно как-то тонко, правда? Ну, со стороны психолога. Вот, у нас просто аудитория, вот, может даже посмотреть. Так, так. Вот, у нас как раз детство, как сказка будет про, одна из сказок, как раз про то, чтоб, что нет того, что ты выше или ниже, допустим. Да, там, ну, история учит, допустим, ребенка чему-то,
Что? Что все рівні, так? Что, да, но доносить надо очень мягко, надо через какие-то... Да. Или примеры. У нас очень много амбассадоров, которые поддержали историю. Допустим, я поняла, что известные люди тоже, ну, могут приносить какую-то определенную, то есть, ветвь. Допустим, там ребенок, допустим, да, там следит за Асоль, ей нравится ее музыка. И тут она понимает, что Асоль поддерживает какую-то сказку, условно, это певица. Да. И она хочет быть как она начинает действовать как она, допустим, смотрит, что, допустим, да, там, что такое... скажем, что такое, я не знаю, допустим, зеленая энергетика. Mm-hmm. То есть она начинает читать сказки, начинает быть похожа на нее. То есть, я вот просто через... зараз, коли тебе слухаю, Діаночко, я розумію, що бути міс, так, міс Україна, займати взагалі ось такі великі пошани, так, бути найкрасивішою, це не значить просто зовнішність. Тобто тебе від краси привело життя до того, що ти почала займатися дуже важливими для життя і для всієї планети справами, так? Тому якщо дівчата думають, що якщо вони беруть участь у конкурсі краси і на цьому все, то ні, там велика робота. Насколько я понимаю, после этого. Это, да? Конечно, даже на конкурсе, на самом деле, я очень рада, что попала на конкурс «Мисс Украины», потому что именно там я, ну, собственно говоря, каждая девушка должна представить свой, ну, то есть свою какую-то да. или экологическую программу или что-то, чтобы, допустим, люди могли заинтересоваться, после этого тебя отправляют на большой конкурс, если реально проект классный, если они видят, что ты реально чему-то хочешь, что ты образованная, что ты умная. То есть это должно стимулировать каждую из девочек, ну, не обязательно это может быть благотворительность, это может быть и работа, но это каждый день работа над собой. Девчата там дійсно розумні. Если честно, ну, конечно, какая-то часть, да, какая-то нет, но у каждого на самом деле большие амбиции. То есть, насколько я знаю, девчонок, которые выиграли, там, каждый год выигрывают, это очень крутые девчонки. То есть, и на них посмотреть, мы сейчас со всеми общаемся очень классно, и у них успешные компании, они что-то делают, что-то там развивают. То есть, ну, на самом деле, очень много талантливых, успешных да. женщин угу. выходят после конкурса. Діаночка, мы будем говорить сегодня про красу, и ты сказала, что краса – это, перш за все, внутрішнє. От на твою думку, на чому ця краса базується? Основні постулати? Наверное, на... Ну, я не знаю, вот если ты чувствуешь внутри какую-то доброту, угу. какую-то вот искренность, честность, ласковость где-то вот девушка может быть абсолютно разной. Угу. И если это проявляется в обществе, в делах ее, в поступках, как она умеет правильно коммуницировать, сразу красота превращается во что-то большее. То есть всегда так было. И я рада, что, допустим, да, там современные девушки отходят от канонов, ну, то есть одинаковые mm-hmm. красоты этих губ накачанных и становятся более прокачанней внутри, то есть развивают себя, читают книги, читают не простые mm-hmm. книги там о психологии, а вот более там какую-то там глубокую литературу. Mm-hmm. И с ними интересно общаться, они знают, чего они хотят, у них какие-то мечты. То есть это все идет из глубины, твоя красота всегда будет из глубины. Какой бы у тебя возраст ни был, так. всегда будет так. Якщо я правильно тебе зрозумів, ти альтруїст. Ну, можна і так сказати. Так. Добре, тоді скажи мені, будь ласка, у суворих реаліях нашого життя, як не зламатися? Як залишатися такою ж доброю, відкритою до всіх, не дивлячись на те, що відбувається, а відбувається іноді багато. Конечно, всього. Конечно, ми ж живемо в обществі, когда, ну, на самом деле, що допомагає, це люди окружати себе правильними, добрими людьми, окружати себе роботою і ділом, яке тебе приносить удовольствие, тільки так. Вот. І, ну, не сламуватися, то есть вірити, що ти реально чего-то хочеш і, ну, как бы понимать свой путь и идти к нему. Вот люди помогают тебе всегда. То есть люди всегда подскажут, помогут, если ты нашел свой грамотный, хороший путь. Так как бы жизнь складывается всегда, что, ну, хорошим людям всегда хорошее все притягивается. Конечно, ну, тяжело не сломаться, ну, а что делать? Надо работать, каждый день работа над собой, каждый день. Я зрозумів. У нас є ще одне питання з Катюшею, яке ми задаємо нашим творчим гостям. Я жду вже якоїсь провокації. Ну, Макс, ти сказав як погрозу, але ні. Ну, я старався. Ну, розумієте, мені як чоловіку зараз важко. Ну, тому що в мене очі розбігаються, а в мене їх 4. Та говори вже, зберися, Макс. Давай, разом. Хух, видихнув і сказав. Так, ти віриш в те, що думки матеріальні? Звісно. Да, я не раз в этом убеждалась, но так интересно, что вот каждый раз, когда я о чем-то думаю, и вот прям сижу и в это искренне верю, что я хочу это получить, вот всегда получается, что так вот так оно и случается, поэтому надо конкретизировать любое свое желание.
Что бы это ни было. Вот я честно, я вот касаемо работы, там, какого-то там жизненного пути, я честно, я была ребенком, думала, надо найти какой-то вот путь, чтобы стать каким-то или амбассадором, там, ЮНИСЕФ, или там ООН. Угу. Я хочу быть с этим связана. Я не знаю как, но вот путь меня дальнейший просто вел к этому направлению. Просто вот это еще в детстве. Сейчас тоже, как бы при выборе работы или там какого-то там направления, чем ты хочешь заниматься, всегда надо стараться уже как бы, ну, думать, просто я хочу этого, угу. и конкретизировать, что ты именно хочешь. И дальнейший свой путь ты просто будешь уже видеть угу. его, ну, то есть не на 360, чуть-чуть уже более узко, и так или иначе к этому будешь идти, будешь связываться с людьми, которые тебя будут к этому наталкивать. Поэтому я, да, я в этому верю. Клас. Якщо ми повернемося до теми розмови, що 18, так, 18-ка найкрасивіших жінок в Україні. Ти до топ-18 увійшла. Ні, в Україні я виграла конкурс. Ага, у всесвіті, у світі, да, 18, да, боже мій, у світі топ-18 да, найгарніших жінок. Ну, це з тим не посперечаєшся, я одразу, ну, дійсно, я думаю, що будь-хто, хто сидів би поряд з тобою, ну, це одразу спасибо, помітив. Дуже приємно. Але я розумію, що це, можливо, заздрість яка. Так, серед інших людей. Заважає зовнішність, або, можливо, тебе сприймають несерйозно, тому що думають, ну, от просто гарна картинка, так? А за цим може нічого не бути. Бувало таке, що доводити? Конечно, конечно. Любой девушке, на самом деле, красивой очень тяжело. Как бы кто ни говорил, что нам легче, нам никак не легче. Приходишь в общество, у тебя всегда есть клише у нас. Действительно. То есть, что красивое, значит, глупое, но это уже... Я не знаю, мне кажется, мы уже прошли это давно. Mm-hmm. Ну, не может быть такого. На самом деле, сейчас красивые девушки намного умнее, талантливее, потому что они хотят реально чего-то достичь. Я взагалі не розумію, от чому такий стереотип, що якщо красива, має бути нерозумна якась, або я просто сконцентрована на зовнішності. Откуда-то она идет у нас, типа, с прошлого, но на самом деле я не знаю. В принципі, люди добрі, що таке краса? Це просто класний склад генів, так? Ну, пощастило людині бути гармонійною в усьому, так? І я думаю, що те, що зовні, те й всередині, як вже сказала, це правда? Да, ще треба бути, кожній дівчині теж треба бути за собою слідити, треба бути ухоженою, треба бути, розвивати себе внутрі, займатися своїм образованням. Ну, реально, я кожен рік розумію, що це дуже важливо, займатися з кожним своїм образованням, тому що я реально вот кожним дітям, коли там прихожу, общаюсь з ними, говорю, дети, учитесь, потому что на самом деле это ваш билет в жизнь. Потому класс. Что когда ты ребенок, они не всегда понимают, что можно там пропустить так. какой-то урок, но нет, потому что мы реально учимся всю жизнь, и то, куда ты стремишься в самом конце, это большая-большая работа, поэтому... Угу. Не знаю, треба старатися кожен день. Слухай, давай повернемося до книги. Мене цікавить ось що. От кожний автор, коли пише якісь, ну, книгу свою, наприклад, так, він вкладає туди свою душу. 17 викликів землі. Який для тебе виклик тут є найголовнішим? Наверное, 17-й виклик, тому що всі, ну, 17 об'єднують всі остальні. Угу. Каждый из них является, ну, чем-то особенным, потому что, ну, нельзя, допустим, да, там, гендерная реальность, ну, то есть в наш мир будет совокупности, чтобы он был, ну, как мы хотим, собственно говоря, вот, чтобы мы жили в правильном и гармонийном обществе с друг другом, он не может существовать без какого-то из этих всех выкликов. Mm-hmm. Поэтому, ну, для меня 17-й — это общий, когда соединяют между, ну, то есть все... Общее соединение всех самых. Класс. Вот. Ну, він виходить як резюмуючий. Да, такий. Да. Mm-hmm. То есть 16 он определяющий mm-hmm. и 17 именно соединяющий. Класс. Поэтому... знаешь, є ще таке питання, дозволю собі його поставити. Яка найважливіша проблема, от на твій погляд, про яку ти ще не сказала, про те скажеш? Це такий, знаєш, про плани на майбутнє. Про мої собственні, ти маєш в виду? Так. Ну, на самом деле, у нас работа каждый день. То есть до конкурса «Мисс Украина», то есть я так и не знала никогда, что я попаду, допустим, на конкурс. То есть каждый день я планирую что-то новое. Допустим, там у нас в прошлом году был забег «Power Woman». Мы его успешно провели. Точнее, да який прошлом... забег «Power Woman»? Сильных жінок? Да, 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 да. Ничего себе. Мы проводили его, точнее, до карантина. Это было в прошлом году. И в этом году еще хочу провести, потому что людям зашло. Мы помогаем, это благотворительный был забег, где мы собрали всех людей, желающих, чтобы помочь женщинам, кто болеет раком молочной железы. Мы сделали классный ивент. То есть
Я, конечно, планирую, что в этом году у нас получится, не знаю, посмотрим по карантину, но очень хочется провести этот забег еще раз, потому что люди просто сильно-сильно просят меня, давай проведем, давай соберемся вместе, давай сделаем классное мероприятие. Мы готовы бежать. Готовы бежать, чтобы поддержать наших женщин, быть на классном ивенте, поэтому... Дай бог, чтобы у нас это все получилось. Так что следующий, дай бог, мой проект будет как раз связан с еще одним забегом Power Woman. Тобто буде Power Woman 2.0. Я їх пишаюся, що у нас є україночки, які готові бігти. Бігти просто вже на старті для того, щоб допомагати іншим. Так, щоб надихати і допомагати. У нас дуже класне общество. У нас настільки помінялося. Конечно, звичайно. Так поменялось, на самом деле, вот наше общество, наша Украина стала реально меняться. И в хорошую сторону. У нас реально очень много людей, которые вот привыкли жить здоровой жизнью, пересели на велосипеды, да. Там на ролики, там постоянно занимаются спортом, при этом здоровым спортом, бегают. Это так классно за этим всем наблюдать. И вот какой-то ивент благотворительный всегда соединяет этих людей вместе. И это безумно классно, собрать их всех вместе, как... Якщо ми говоримо про твоє особисте підтримання форми, ти займаєшся, взагалі, там, тренажери, тому що, судячи, я дивлюся зараз на тебе, мені здається, що ти просто з тренажерної зали не виходиш. Звісно, к сожалению, це не гени. Вот. Но это реально, это работа каждый день над собой. Занимаюсь сейчас на улице. У нас купила себе TRX-ы. Очень классно, удобно заниматься. Вот. Пытаюсь вернуться к бегу, реально, но карантин, конечно, свой повлиял. Очень тяжело бегать. Но я думаю, что... Понемножку після зими приведу себе в форму і буду вже бігати багато. Куди вже більше? Якщо тобі потрібно приводити себе в форму, то я не знаю вже. Що вже робити іншим? У мене прекрасний ведучий сьогодні, тому в отличній формі. Зараз, знаєш, той самий момент, коли... Так. Слухай, розкажи мені, що тебе надихає по життю? Всегда, ти знаєш... Меня всегда вдохновляли дети. Я не знаю, у меня еще своих детей нету, но мне очень нравится с ними играться. Класс. То есть я поняла, каждый раз там племянники, племянницы. Мне как-то вот всегда нравилось с ними играться, общаться, что-то делать. Чому нам, дорослим, варто вчитися у дітей? Взагалі, от такі декілька якостей, які ми маємо в собі постійно підтримувати. Я думаю, во-первых, быть чуть-чуть расслабленней. Потому что мы все куда-то бежим, мы не умеем расслабляться сейчас. Детям надо вот такая вот чуточку детской наивности, нам 100% нужно. Где-то, наверное, ощущение, я не знаю, мечты. То есть вот мы как-то немножко взрослее понимаем, забываем, что такое мечты. А в детстве ты представляешь, это вот все у тебя просто фантастическое. Не знаю, надо подумать, но пока это самое важное. Что вы думаете сами? Я думаю, що те, що ти сказала, бути дітьми всередині. Так, ось цього не вистачає просто зараз людям дійсно таких мрій. Трошечки навіть легковажності. Так, люди трошечки затиснуті у своїх проблемах, переважно тому, що думають більшість, як вижити, так, як заробити гроші на те, щоб прогодувати себе, родину. У дітей ще немає такої проблеми, тому вони можуть дозволити собі, дозволити мріяти, так, і дозволити жити тут і бути в моменті тут і зараз. Я знаю, що хочу ще запитати. Коли з'явиться твоя дитина, перше, що ти їй скажеш? Не бойся, делай, що хочеш, я тебе завжди підтримую. Клас. Тобто мені от в дитинстві якраз батьки теж давали цю мисль, що мені ніколи не було такої великої фінансової підтримки, але батько сказав завжди, можеш розраховувати на мене. И мама тоже. И это классно, потому что я каждый мой шаг делала, я понимала, что я хочу, как я хочу работать, что я хочу путешествовать. И это очень сильно стимулирует ребенка. То есть, когда родители верят в тебя, что у тебя там внутри огромный мир, ты что-то какие-то мечты, ты что-то хочешь. И ребенку, каждому ребенку важно понимать, что родители его понимают и готовы поддержать. И навязывать точку зрения родителей не всегда правильно. То есть, можно... как-то его к этому немножко довести, но точно никогда я не буду ребенка прям сильно наседать на него. Всегда буду дуже поддерживать. Дуже мудра позиция. Серьезно, дуже мудра. Я ж общаюсь с детьми, поэтому я вижу, что им нужно. Так, потреба дітей, так, потрібно відчувати, дійсно. Це дуже багато значить, коли є з дитинства підтримка, правда? Тому що, те, про що ми говорили, от такі повітряні мрії, у них має бути основа дуже міцна, так, підтримка, навіть у цих мрій.
Да, поэтому, на самом деле, кстати, вот очень много сейчас тоже там периодически читаю там книги по психологии, то есть наши какие-то детские, вот какие-то, где-то что-то недосказанность и так далее. Я вот это понимаю, что вот перейдя самой эту черту, допустим, да, там мне чего-то не хватало, я обязательно дам своим детям это. Вот так. Вот, поэтому нам тоже надо немножко подрасслабиться, вспомнить, что мы мечтали в детстве, что мы хотели, где мы что-то не сказали, подойти к зеркалу и сказать, да, я вот так хотел сказать, и все, отпустить это в себе. Класс. Потому что где-то у нас это тоже живут какие-то такие вот тяжелые моменты, да. Которые как нам не хватает что-то, какая-то недосказанность или чего-то не сделал. Может быть, какой-то ребенок там или, допустим, сейчас взрослый мечтал ну, играть на гитаре. Почему не начать это сделать? Можна у дорослому житті це зробити. Знаєш, хочеться також, от цікаво мені, ти працюєш з дітьми, а вони ж от так надихають, от так мотивують. І от мені цікаво, яка була ситуація, що вразила тебе просто неймовірно? От так, знаєш, вау-ефект з дітьми зв'язана. Касаємо образування, ти маєш в виду? Так. Не знаю, на самом деле такого момента не было. То есть каждый шаг меня просто удивляет. Каждые дети разные, разные культуры. Дети в Африке имеют какой-то свой менталитет. То есть разные культуры по-разному это все воспринимаются. Плюс я очень много знаю, там, я когда представляла ну, Украину на конкурсе, на Филиппинах, я познакомилась с их культурой, абсолютно разные. То есть как они воспринимают, чего они хотят, их желания, их, ну, вот все кардинально разное. Вот. Но одно остается одинаковым, это стремление вперед и какие-то мечты. Вот на самом деле надо детям вот давать путь. Добре, якщо ми торкнемося культурного питання, от чому українцям варто повчитися у філіппінців? Чи, наприклад, африканців? На самом деле тут идет взаимообмен. Тут нельзя научиться чего-то с одной культуры или так. То есть мы можем на самом деле поделиться этим. Но что точно я заметила, когда была в Азии, в Африке, люди немножко проще относятся друг к другу. У нас там нет вопросов. То есть тебя воспринимают то, какой ты есть. То есть они видят, какой ты, а как ты общаешься, какой ты душой. Если ты душой очень добрый, ты открытый, ты будешь самым любимым у них там человек. На самом деле, а у нас люди немножко закрытые, и все-таки где-то есть оценка ценностей. То есть, допустим, в чем ты пришел, как ты одет, что ты себе представляешь. Вот в других странах этого уже нету. И вот на самом деле это вот тот момент, который нам надо просто убрать и стать немножко проще, стать немножко ближе к людям. Друзья, давайте дослухаємося. Дійсно, мудрі слова. Сприймати себе і інших душею, так, на рівні душі. Не сприймати так, як чоловік виглядає, людина взагалі, скільки у неї грошей, а те, яка вона всередині. Бачити не лише очима, а й серцем, так, як у маленькому принці. Ми тобі дуже дякуємо за цю розмову. Дійсно, я зараз розумію, що трошечки, ну, коли розмовляєш на такі теми, ти собі розкладаєш по поличках щось. Дійсно, і від розуму переходиш на душу. Ну, вчишся відчувати більше людину. У нас у студії була сьогодні зранку Діана Міроненко, Міс Україна, Земля 2017. Надзвичайно красива, мудра, талановита письменниця, психолог фактично дитячих душ. Ми тобі дякуємо. Спасибо большое за ваше приглашение. Я очень получила большой заряд настроения, поэтому и всем тоже желаю сегодня отличного настроения и шикарной недели. Дякуємо тобі. Ми вирішили відмовлятися від цукру. І найголовніше питання – чого це, яке у вас зараз? А відповідь на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Підписуємось. І у вас завжди буде натхнення тиснути на дзвіночок, тому що цукор дає енергію. We'll be right back.